То есть артистом Гриффин был построен идеей для дизайна и лейаута. Был как раз таки концепция балиста Нагара-Вену, что означает пещерный круг горы моря или океана. Поэтому у нас лобби находится как бы на возвышении. Оно представляет как раз таки эту фигуру. Здесь по нашему... То есть мы на горе? Да, мы на горе. И мы здесь вы увидите как раз таки ДНК нашего отеля. Четырехлепестковый цветок. То есть он соответствует везде в дизайне, в интерьере номеров и вообще то есть, очень часто вы можете это увидеть. Ну и также это как раз таки подношение балистов своим богам, которые они делают несколько раз в день. То есть это тоже опять-таки связь с индонезийской культурой и религией. Дальше вы спускаетесь с горы, да, и вы видите перед собой огненный сад, который также представляет собой реку, которая в конце впадает в океан. По обе стороны это реки, опять-таки, как и на Бали, расположены здесь. Да, то есть вот черный песок, это как раз-таки огненный сад, потому что мы там зажигаем факелы после фаер-шоу, которое мы делаем на закате каждый день. Вот. Но также он представляет собой эту вот реку, которая впадает в океан. По обе стороны от реки находятся наши виллы. Они представляют собой как раз балийские деревни. То есть, если мы спустимся по лестнице, и вы увидите вот эти корни, по которым спускается вода. Да. То есть, как они называются, корни, как принц. Рога. Ну, это вот в прямом смысле. Ну, в смысле, трубы. Да. Горн. Ну да, что-то вот такие. Вот эти трубы, они представляют собой как раз таки эти потоки воды, которые спускаются с горы. То есть очень много как раз таки таких элементов, которые имеют перед собой. Так, еще что есть? Здесь интересно. Ну, это здесь у нас там Фаер-шоу, да, то есть вначале проходит фаер-шоу, потом мы проведем спектакль на этом фаер-гарден, мы зажигаем свечу, да, по обе стороны, то есть все освещается на то. Ресторан подарка, а это просто Да. Наш основной ресторан. То есть поэтому у нас везде вот эти марионетки. Опять-таки связь